Меня зовут Катерина Беззубова, мне 29 лет, у меня двое деток. Дочери 11 месяцев и сыну 5,5 лет. Последние 6 лет я работаю на себя благодаря интернету. Я занимаюсь модерацией социальных сетей, а также принимаю девушек на личные консультации по вопросам бизнеса и самореализации. Мой проект начался в 2013 году, когда многие бренды задумались о своих социальных сетях. И тогда я поняла, что это мой шанс работать через интернет и при этом быть дома счастливой мамой. Почему женщине в декрете сейчас легко открыть свое дело и работать на себя онлайн благодаря интернету? Потому что сейчас она может воспользоваться большим количеством ресурсов, которые помогают ей узнать все больше информации о том, как открыть свой бизнес и как вести свои дела через интернет. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте подробнее. Меня зовут Аня Родионова, мне 28 лет, и я мама в декрете. У меня есть маленькая дочка. Я и моя команда консультируем женщин онлайн по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Это здорово. А я хочу еще рассказать подробнее о портале «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства». Ко мне часто приходят женщины, которые хотят открыть собственный бизнес, и мы с помощью «Бизнес-навигатора» можем с ними рассмотреть, в каком из районов их города этот бизнес будет более востребован. Сегодня нас уже более 10 тысяч мамочек по всей стране. Мы общаемся благодаря интернету и поддерживаем друг друга онлайн. Смогла бы я зарабатывать в декрете без интернета?